прямой руки приветствие от Рима. Простим ему, что им печаль гонима, лба, живота и плеч щепоть коснись, на крестный путь кострами оглянись. Кто гонит грусть, из жил не клюкву льет, но удаленный жид не пропадает, а те, кто мир зажмурясь презирает, сквозь щели слышит, как миндаль цветет, и горько, и свежо одновременно. Другой Вергилий ввел меня сюда, я словно Рим открытый, как арена, и слезы лью, и кость руки тверда.